Золотые девочки. Блестящий результат показали воспитанницы образцового спортивно-хореографического ансамбля «Грация». Они завоевали награды высшей пробы на чемпионате России по чир-спорту в дисциплине «Чир-джаз-группа». Турнир прошел в Москве. Они большие молодцы, я ими очень довольна. Они показали хорошую энергетику, она должна быть очень добрая. Все это получилось, и мы, конечно, очень довольны своим результатом. Мы не ожидали. И у них были слезы радости, счастья, так же, как у детей, так же, как и у нас, потому что сил приложено было много, и эмоции были у всех. Готовились к выступлению ежедневно. Во время карантина девочки занимались дома. Для чемпионата России придумали новую программу под названием «Тревожное дуновение». На победу не надеялись, а просто работали на результат. Наш конек – это вращение. Это обязательно должно быть в чир-джазе. И мы над ними очень много работаем. Мы работаем как, ну, не как другие команды. Очень много мы вращаем, вращаем, вращаем. Это сложно. Это даже, думаю, балетные студии не делают столько вращений, пируэтов, сколько делают у нас. За высшую награду соревнований боролись почти 4000 сильнейших спортсменов из 50 регионов России. Девушки обошли конкурентов, в числе которых чемпионы России и Европы прошлого года, и завоевали золотые медали, а также получили звание мастеров спорта России. Вообще, это заслуга наших педагогов, и им большое за это спасибо. Но, конечно, внутри команды всегда нужно помогать. Вот. И мы стараемся, те, у кого получается, помогать, тем, кто не получается. Конечно, бывает, опять же, всякое. Но главное, чтобы это было с любовью, поскольку мы это любим, мы готовы в это вкладываться. Также в категории двойки высшей ступени пьедестала удостоены Светлана Куликова и Любовь Шиляева. Серебро тоже у наших – Златы Копниной и Виолетты Петровой. Успех таких выступлений, уверены девочки, в слаженности и усердной работе. Вообще здесь должно, ну, какое-то быть взаимопонимание вообще. И мы должны друг друга чувствовать всегда. И опираться друг на друга, чувствовать поддержку. Каждый, мы как одно целое. Каждое какое-то движение, все чувствовать вместе, все по музыке. И если что-то вдруг кто-то не так сделал, то это уже все, ну, не считается. Мы должны все делать вместе, как сплоченные, да. Еще золотые медали у юниорок Ирины Артамоновой и Софии Лютой. С ними соревновались 33 двойки с Россией, поэтому было очень сложно. Они выступали первый раз, но тем не менее они выполнили кандидата мастера спорта и заняли первое место. По итогам соревнований девочек пригласили выступать на чемпионате мира в США. Однако оформить визы спортсменки уже не успевают. Зато смогут в полной мере подготовиться к чемпионату Европы, который пройдет в Санкт-Петербурге в июне. Любовь Очерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.